Видео подготовлено сайтом onlinegtz.net. Номер 1, урок 14. Найди на рисунке линии, плоские пространственные фигуры, какие величины служат для их измерения и что они показывают. Какие единицы измерения длины, площади, объема ты знаешь. Плоские фигуры – это фигура B, C, D, E, M и S. Пространственные фигуры – фигура A, фигура F, фигура K, N и фигура T. Для измерения фигур служат величины – миллиметры, сантиметры, дециметры, метры и километры. Это величины, которые показывают длину. Миллиметры квадратные, сантиметры квадратные, квадратные дециметры, квадратные метры, квадратные километры показывают площадь. Кубические миллиметры, кубические сантиметры, кубические дециметры, кубические метры и кубические километры показывают объем. Если у тебя возникли вопросы, оставь свои комментарии под видео.